Добрый день, дорогие друзья! С вами Наталья Нагорнова. И в этом видео мы с вами рассмотрим, как создать красивый текст, блестящий текст для музыкальных открыток, для сайтов, для поздравлений. Заходим вот на такой сервис blogi.com. Ссылочку я оставлю под видео. И здесь что мы можем сделать? Создайте текстовый гиф. Совсем скоро будет День Святого Валентина, и я создам такой текст для музыкальной открытки. Восклицательный знак. Выберите эффект, вот сюда нажимаем, и мы можем пролистать какой-нибудь, выбрать цвет. Посмотрим на наш сайт, какой нам цвет подойдет. Вот так выглядит здесь текст. Мы можем розовый выбрать, можем красный выбрать. Давайте выберем какой-нибудь цвет. Давайте попробуем вот такой красненький. Начертание, то есть это шрифт какой здесь будет. Шрифтов здесь много, но возможно не все они работают. Давайте вот такой выберем монатюра. Дополнительные параметры. Здесь размер текста 50. Давайте попробуем сделать 60. Цвет фона прозрачный. Я не меняю. Толщину я убираю на 0. Цвет тени сделаем единичку. Выравнивание текста сфокусировать мы так и оставим. И нажимаем создать мой текст, GIF текст. Вот такой текст у нас получился. Здесь везде есть подсказки. Написано, щелкните правой кнопкой мыши, выберите сохранить изображение как. Мы так и сделаем. Сохранить картинку как. На рабочем столе я создала папочку Валентинка. Сохраняем. И теперь идем в редактор конструктора. Нажимаем на вот этот текст. Мы можем нажать заменить текст, а можем его удалить. Я нажимаю удалить, нажимаю плюсик, добавить и добавляем фотографию. Загруженная. Загрузить файлы. Загрузить с компьютера. И вот этот наш текст мы добавляем. Открыть. Он у нас прогружается. Двойным кликом мы добавляем наш текст и передвигаем его вверх. Вот так выглядит наш текст. Мы можем просмотреть, нажать предпросмотр. Вот так это выглядит. Нажимаем назад редактор. Нажимаем обязательно. Дела сегодня, я с тобой и я твоя. День Святого Валентина в середине. Ждем следующую вкладочку. И здесь обязательно нажимаем «Готово», иначе наш сайт не сохранится. Теперь идем в следующую вкладку, обновляем страничку. Вот так выглядит наш текст. Здесь вы можете поиграть, какой вам захочется текст к любому сайту, к любому блогу, вы сможете создать любой текст. Вот так выглядит наша открыточка. Здесь каждый может поделиться открыточкой в социальных сетях. Так легко и просто создаются тексты. Понравилось видео, подписывайтесь на канал. В четверг мы с вами создадим оригинальную музыкальную открытку к Дню Святого Валентина. Не пропустите новости. Всего доброго. С вами была Наталья Нагорнова.